«Приключения Аладдина», год 2018, с удовольствием пересмотрел этот фильм. Франция. Он средненький, средней паршивости, но можно смотреть. Под закусочку хорошо идет. Чейджин круч. Это слоган. И актеры Кэу Адамс, Жамель Дебуш, Ванесс Шугут, Эрик Жудор, Рамзи Баджан, Нуэм Ленуар, Вахид Бузиди. В общем, иностранцы. Сборы в мире 10 миллионов бакинских, сборы в России 74, премьера. Здравствуйте, премьера в России 31 января 2019, между прочим, от Мегого Дезертер, ну это уже по-английски. Цифровой релиз, не хухры-мухры, 25 февраля 2019 от ND Play. Есть новые приключения Аладдина, не помню, чтобы я их видовал. А что бывает после? И жили они долго и счастливо. Ну, обычно вылазит дитюля на пороге дворца в волшебном Багдаде, где проводит время Аладдин и принцесса. Появляется ужасный опасный диктатор, чтобы избавиться от незваного гостя и не потерять принцессу, Аладдину придется вновь окунуться в мир приключений и опасностей. Пролететь на ковре самолете полмира, разыскать волшебную лампу, так сказать, потереть ее, своего приятеля Джина и уже вместе с ним сразиться с диктатором. Средняя работа, да, друзьяшки по интересам ставят не сильно высокие оценки, но оно того стоит, да, где-то 4-5 баллов. Фильм подойдет. Еще раз говорю, это работа. Фильмы такие не для всех. Не все любят Аладдина. Может быть, кто-то не любит таких актеров. Поэтому среднее 5 баллов довольно-таки пойдет. Это Аладдин. Кто не знает Аладдина? Я, по-моему, даже таких и не знаю. А ну-ка, чей джин круче? Лайки, дизлайки, подписки, друзья, монетки на развитие. Буду очень признателен. Любой денежки, этот фильм можно посмотреть всего лишь от 9 рублей. Не 99, а вот 9 рублей. Welcome back.